В Rise King and Dying первые пики. Это что? Я с Сумодогом в пати? А тут спектра и чен на ФП, лол. Что это? Кстати, сейчас оценим еще сет на ВК. Посмотрим, как его оденут. Потому что, по сути, у ВК выбор небольшой в шмотках. Там только буквально, наверное, два юзабельных меча. Несколько юзабельных шлемов. Несколько броник. Одни плечи. Почти что. Ну да, там, грубо говоря, одни плечи. Одна перчатка. Там легко определить зашквар. Что? 1200... Наконец-то! 1205 уровень, да, компендиума? Но играет хуже. Но этому есть причина. Недавно у него отец умер, поэтому на понималичах и поминкичах библиотум. А, ну тогда понятно. Ну, ему просто похуй на турнир, как бы. Это его работа, на ему похуй. То есть, ну да, понятно. Ну, тогда все понятно. Потому что он реально супер хуёво играет. В данный момент. То есть, как бы... Дота работа, приходится ехать на интик. Команду уж не будешь подставлять. Но играть, в принципе, не особо хочется, ему похуй. Что поделать? Так и продолжит хуёво играть. Хм. Эмбек был пикнут после Ланая, правильно? Ну, было пикнуто Ланая на мид, а потом был пикнут Эмбер как контра ей. Правильно? Так было? Я не заметил. Ой, бля, какой же ВК урод! Вау, вот это ты говноед! Все дерьмище, кроме шлема. Во. Ну, такой урод не должен выигрывать. Посмотрите на него, как он выглядит. Просто уродище. Ужас. Ужас. Ужас, гайс. А разве это правильно качать на Ланая на первом уровне рефракшн против Эмбера, а не Сайблейдс? Ну, я, конечно, не специалист, просто задумался. Ну, на Ланая я точно не специалист. На Ланая я никогда не задрачивал, никогда в жизни. Но почему-то мне кажется, что... Рефракшн на первом уровне useless против Эмбер Спирита. Ну, прям совсем useless. Зачем он пробует ману? Anyway, он получил только что, по-моему, больше дэмэджа, чем нанес. Ну, или столько же, но при этом он проебал ману, а Ланая не проебала. Это был странный плей от Эмбера. Неправильный. Просто проеб 110 маны. Это очень много для Эмбер Спирита, это очень много. Это была супер ошибка здесь. Проебать так ману. В 1 на 1 это решает такие вот неправильные плей. Проебанный щит. Крипов нету, он врубил щит. Ошибка. Плохо он играет, ужасно. Ну да. Сейчас он, скорее всего, мид проебет. Ну, не скорее всего. Просто такая мысль в голову пришла, что он проебет мид. Гер Коплер там слишком подставился. Он, ну, поздно понял, что его передамаживают. Хотя опытный игрок это должен понимать за одну секунду после первых тычек. Вот один раз вы обменялись тычками, опытный игрок должен понимать, что тебя передамаживают. Сразу. А, так это же наш Bristol Back с прошлой игры. Окей, тогда понятно. Бать Ланая. Я проебал фраг, я даун. Да, я. Тут за Ланая просто следил. Вообще на карту не посмотрел. Ланая потная. Прям реально потеет. Ты его не передамажишь. Опять проебанный щит. Короче, ГГ, Эмбер, ну, не может играть в доту. Это была супер ошибка от Ланаи.
Пиздец. Зачем он поломился туда? Эмбер играл ужасно. Она просто отдалась под вышкой зачем-то. Причем она не отдалась даже под цепями. Она не смогла посчитать, что она не передамажит Эмбера здесь под вышкой. То есть она под цепи сначала была, а потом она уже побежала дальше за ним под вышку зачем-то. Было же очевидно, что она его не передамажит. Вау. Найс играешь. Тихо. Зомби плюс ВК. Да даже без тамбы. Бам-бам-бам. Эх. А вот он быстрый. Это потому, что проебанный топ-лайн. Из-за того, что полностью проебали топ-лайн, Спектра только что продолжила свой сноубол. Из-за того, что был полностью проебан топ-лайн, у нее невероятно быстрый шестой уровень, как для Кора на изи-лайне. Невероятно быстрый. И из-за этого умер Эмбер Спирит. Вот это да. Но это, по-моему, сейчас будет сноубол для Спектры еще жестче, 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 жестче и жестче. Нормали, нормали! ВК с Базилем. Ха. Я Базиль собирал на ВК, короче, года 3 назад, а потом я перестал. Челик, походу, отстал от жизни на 3 года. Нормально. Что дальше? Не, ну когда-то я тоже собирал Базиль на ВК очень давно, бля. Это настолько давно было. Это настолько давно было. Ну, где-то вот 3 года назад, да. Примерно до того, как я стал стримером. Ну, бы даже 3,5 года назад. Не, где-то 3, где-то 3, наверное, 3. Radiant has fortified its structures. Короче, давно. Меня это вот смущает, потому что, ну, если я собирал 3 года назад, то есть, что он сейчас дальше соберет? Базиль, это опасно. Я боюсь, что может дальше собрать. Блин, какой же неприятный звук удара. Блин, какой же уебищный кастом сет. Как же он, какой же... Этот меч, наверное, худший на ВК среди всех вообще мечей. Просто бандура какая-то непонятно. Что это вообще такое? Просто... Я не знаю. Можно взять трамвайную рельсу, в руки ее взять и просто бить ей. В чем разница будет? Можно что угодно взять, грубо говоря. Не знаю, там, стол взять. Короче, что угодно ВК можно взять вместо этой хуйни. Тоже... Будет непонятный предмет. Понимаете? Стилистика этого меча, он стилизирован под Свена. Ну просто переделать цвета, да? Сделать цвета свеновские. Тут чисто ВК-шное свечение. Ну, ужасный меч. Наверное, худший меч на ВК среди всех вообще. Среди всех вообще. Даже хуже дефолтного. Просто такое говно. Нормали, нормали! Да за что? Кентавр думал выжить реально. Земля пухом. Плюс металлом. Это все, что у ВК есть, ПТ-шка и Базиль к 10-й? Минуточку. Серьезно? Если да, то... А, у него 41 крип. Да... Что ты делаешь, Эмбер? У Дисраптора тоже шестой, бля. Пиздец. Пиздец, как же сильно это зарешало проебанный топ-лайн. Один в один, как в прошлой игре, просто топ-лайн выигрывает игру. У Дисраптора уже был шестой, и он опустил Эмбера. Буквально в соло, грубо говоря. Девятый у Спектры к одиннадцатой, ну это забей. У ВК восьмой, нету ничего. Спектр сейчас 10-й будет уже, десятый, грубо говоря. Смерть ВК 10-й. А не. Оу. Если бы ВК сейчас умер второй раз, то можно было бы выходить из игры. Потому что он нищий. И Спектра была бы уже 10-го. Еще больше бы имело. Не, ну ВК не сильно отстает. Как бы сейчас он без реинкарнации. Если он умрет, он начнет отставать. Повезло на крит, конечно.
Спектра зря подходит здесь, зря подходит, хотя она хорошо сыграла. Виз вовремя подошел, молодец. Спектре нужно отходить. Да, я рисую, понимаю, что очень опасно так вот драться под зомбаком, ну, в смысле, с, как бы под виспом плюс зомбак. Еще и ВК повезло на крита, на самом деле. Возможно, если Shadow Demon не умер так быстро, файт немножко был бы, ну, чуть-чуть другим. Shadow Demon сразу отлетел от крита ВК. Ну, ВК, конечно, все же ничтожный фарм. Это только что он кэбэкнул в игру. И все равно, как бы, в 12 минуте, ну, не так уж и много здесь. ВК должен иметь больше, чем Спектр в начале игры. О-о-о-о. Реинкарнации нету. Вышку не убил. Перед смертью не закупился! Нормали, нормали! ГГ. ГГ. Спектра перефармливает в начале игры в Рейскинга, героя, который должен агрессировать и ебашить, на 900 золота. Ну, это никуда не годится, это несерьезно, гайс. Ужасно. Единственное, что пока спасает, что у Спектры какой-то дурацкий билд. Что интересно, Спектра думает, что кому-то не похуй на Бладмейл, у Спектры без Вангарда, ее будут бить в Бладмейл. Всем похуй! Всем похуй! Всем, вообще всем! Вообще всем! Я уверен, каждому зрителю, кто смотрит эту игру, похуй. И всем пяти игрокам команды Radiant. Это плохой билд. Так вот, блин, моя урашить. Только добей вышку. Опа. Молодец. Какую ВК? ВК 11, ой, блядь. Просто армлет голый. Ой, блядь. 18 минут армлет. Ой, блядь. И отдали Рошана еще. О! Как же это... Как же это... Вот счет 10-9 в пользу Radiant. Но Radiant настолько сильно сейчас проигрывают, что словами не передать. Как же забавно. Равный счет, но... Игра уже почти закончена. Там Ланая просто разъебывает. ВК умрет два раза, наверное, вот и все. Зачем он стик нажал? Хотя... Не, ну в теории все правильно, но... Не, ну да, это я хуйню сказал. Я хуйню сказал, забейте, я сказал хуйню. Я просто подумал, может быть, умереть без стика лучше. Ну, реально умереть. Но это была хуйня, это... Ну, я не оценил ситуацию, потому что я сам не в игре. Это хорошо, что Ланая сдохла. Ну, микро камбэк, но... Если Next Fight будет до реинкарнации ВК, то... Да, я разъебут снова. Челик, ты видел свой фарм? Ты сам weak. Ты... Значит, определение слова weak. Weak as fuck. Просто нихуя. Если бы у меня был бы такой фарм в ранкеде, я бы ныл каждую секунду. Я бы так сильно ныл, что вы такого нытья никогда в жизни не слышали еще. Если бы у меня был бы такой фарм, блять, это вообще ничего. Это вообще ничего. Это меньше, чем нихуя. Даже когда я помню, ну, у меня бывали времена, когда я в доту играл без мотивации, просто руинил, играл 0-10 даже там, ну, прям руинил без мотивации вообще. У меня и то бывало больше в тех играх. Это ужасно. Это ничего. Это настолько мало. У него есть деньги, но он собирает хуйню, кстати. Он собирает Грейджа Аватарна в Рейскинге. Я сразу, короче, заподозрил неладное, когда увидел в начале игры у Челика Базили. Я заподозрил, так. Еще собирает трехлетней давности итем, ну, который я перестал собирать 3 года назад, а я самый, ну, лучший специалист по билдам на ВК, очевидно. Ну, никто лучше меня не разбирается. Это факт. То есть, Грейджа Аватар, чтобы... В надежде сбить пассивку в Спектре, это, ну, такой дебилизм. Оу. О, вы фармер? Ну, он купил Атар. Ну что ж, посмотрим. ВК с Атаром. Нормали, нормали!
Спектра еще немножко не... А, она готова, кстати. Я думаю, у нее нету манты. Окей. В принципе, если убить сразу виспа, Дайер прямо сейчас выиграет игру. Вот сейчас файт решит почти все. Если спектра вырывается, убивает сразу виспа, файт закончен, и Дайер выиграли игру. Сейчас посмотрим. Надо убить виспа сразу. Спектра, на виспа прыгай. На виспа прыгни. На виспа прыгни. На виспа прыгни. Ну, блядь, думай головой, сука. Чем ты думаешь? Чем там гирокоптера с БКБ? Блять, что это? Спектра! Илона сдохла? Он все это время был незащищенный. Висп все это время был незащищенный ничем. Я же сказал стратегию победного файта, я же сказал, что делать. Почему я это понимаю, профессиональные додеры не понимают? Что за идиоты? На виспа прыгаешь, этот файт выигрываешь, гарантированно. У вас Ланая была с БКБ. Вы не могли проебать этот файт с 10 секунд БКБ на Ланая. Это было невозможно. Это было невозможно. Ебать. Вот это да. Ну, чем будет все более и более бесполезно, кстати. Чем-то уже никак не реализовывает себя. Проблема пиков Чена. Начинаешь чуть-чуть проигрывать, они все, они становятся бесполезными внезапно полностью. И что он сделал? Ничего, он просто умер. Тут еще дисраптор умудрился умереть. Эта игра закончена или как? Они сейчас их вынесут. Причем, этого всего могло бы и не быть, если бы они здесь хотя бы фокусили виспа. Тут бы файт был бы, ну, не проигран, а или выигран, или же, ну, пополам. Как... То есть ничья. Пополам. Бля. Крайне неожиданно. Конченый Бладмейл. Лол. А куда прилетел? Интересно. Почему никто не бывает Эмбера? Ну, Эмбер байбэкнулся, прилетел обратно, спектр нет байбэка, я так понимаю. Минус бараки, юзлес чен. Ну, игра перевернулась внезапно, максимально внезапно. Вот этот файт очень дохуя зарешал. Особенно не фокусировка виспа. Ну, Дайер почти проебали. Я не знаю, тут камбэк крайне сложный. С Ченом, вот проблема камбэка, то что Чен есть. То есть 4 на 6 игра сейчас на данный момент. Чен просто мешает. Ксина алебарда. Батю Ксина билд, конечно. Забавно, он чисто, ну, как бы, саппорт с мида. Блин, я охуеваю, как они эту игру проиграли в итоге. Вот здесь был файт просто победный. Ёбаная спектра с этим юзлесс бэтмейлом, который ноль импакта. Ооо, это ГГ? Она сейчас вздыхает второй раз. Да, это конец! Это конец! Причем, бля, они ж проебали из этого файта внизу, они ж проебали игру только из этого файта. Ну как только, не только, а... Еще здесь файт охуя зарешал, когда в Red King переродился. Когда я хуйню сказал, помните, типа не нужно стик нажимать, потому что я не проследил за ситуацией в игре. Вот этот файт охуя зарешал, когда Aegis проебали. Ну вот здесь, когда Ланая была здесь, всех БКБ, когда они были обязаны сейчас разъебывать, когда Спектра не фокусила виспа, когда они зачем-то погнали за Эмбера, все проебали на него, и он выжил, а потом два кора сдохло, или кто там сдох, кора плюс кто-то. Вот этот файт решил больше всего в этой игре. Плюс билд Спектры, юзлесс Бэдмэл, который ничего не делает. Чен умер на фонтане, я так понимаю. Или как? Он же на фонтане умер. А, нет. Не знаю, я был слепой или он порталился, мне показалось, что он порталится. Не, короче, ничего, я ничего не говорил. Батель Барда душит Лунаю, она просто умерла? Оу, это уже кильдуха. Челик просто попался.
Да, ГГ, очевидно. Есть мнение, что Дайер сами не поняли, в какой момент они. В какой момент они внезапно проиграли. Да закрой рот! Есть мнение, что Дайер сами не поняли, в какой момент они внезапно просто эту игру слили. Как по мне, это нижний файт. Нижний файт — это то, где они игру проебали. Все началось с того, что Варис Кинг переродился и убили Ланаю с Эгисом. Но нижний файт — это было реально место, где они проебали. Потому что бежала Ланая с БКБ 10 секунд. Этот файт обещал быть идеальным. То есть все должно было быть прекрасно. УВК, лоу фарм, Эмбера убивали много раз. Эмбер много раз попадал в хуйню Дисраптора. То есть все должно было быть идеально. Насколько я понял, Эмбер в итоге почему выжил? Потому что его Висп хилил. Потому что как он так мог долго жить, когда его фокусила вся команда? И он в итоге еще убежал. Я все время, весь абсолютно файт смотрел на Виспа. Я даже не смотрел за файтом, я не помню, что там произошло. Но Виспа никто не фокусил, у него ноль смертей. Кстати, вот почему Спектра не прыгнула на Виспа? Почему не был повешен ультра до демона на Виспа, допустим? Что типа такого? Почему Виспа никак не фокусили в том файте, когда у Ланаи БКБ 10 секунд? Понимаете, с БКБ 10 секунд Ланаи, если Висп умирает, это гарантированная победа второго файта, 100%. Там уже нельзя было проебать тот файт с таким длительным БКБ. Как по мне, именно там игра была и проиграна. Ну и отмечу еще раз Юзас БМ Спектры. Ни разу за всю игру он не сделал импакта. Ни разу за всю игру, повторюсь, ни разу, ни единого раза. БМ делает импакт, только если у тебя есть хитпоинты, то есть если ты собираешь вангард. Ну, вангард не только ради хитпоинта, но вообще как бы вангард еще и регенит, и плюс как бы защищает от дэмэджа, очевидно. При том, что ты отдаешь столько же дэмэджа, ну, как бы не меньше с бой мэлом. Ну и Чен стал бесполезным после пары проебанных файтов. Чем это такой герой? Или ты давишь всю игру, или он становится бесполезным, если ты проигрываешь пару файтов. Так было всегда. Когда ты пикаешь Чена, ты должен это понимать. Пикнул Чена, он может стать useless и ничего не делать. Что в этой игре и произошло, поэтому в конце в лейте они играли 4 на 6. А 4 на 6 уже, очевидно, перевернуть было супер сложно, учитывая, что они проебали те пару файтов, и теперь, в принципе, коры сравнялись по фарму. Ну и когда игра закончилась, то понятно, что тут больше у коров. Но в целом коры были, ну, более-менее ровные по фарму после вот тех пары проебанных файтов. Это уже после сноса всех вышек и барак, очевидно. По 16 стало. Anyway, повторюсь, УВК конченый билд и конченый сет. Я своего мнения не меняю. ВК худший. Худший в мире. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами, грейпфрутовый сок.